оборонно-промышленного комплекса сегодня большой день. Военные предприятия со всей страны докладывают о результатах своей работы. Так, в Севастополе отчитываются о передаче флоту двух новых ракетных судов – «Зеленый Дол» и «Серпухов». Они оснащены новейшими крылатыми ракетами «Калибр». Курс 154 безопасен для маневрирования. В строю ВМФ России теперь и новый, единственный в своем роде – морской транспорт вооружения. Академик Ковалев предназначен для транспортировки боекомплектов для атомных подводных лодок, в частности, баллистических ракет класса «Булава».